Я писал Скорпи, я будем Теспор. Тут будет подсказка, как это тест проходил. Тест, какой его характер? Какой его характер, интересно? Часто ли вы задумываетесь над тем, какое влияние оказывают ваши поступки на окружающих? Очень редко. Случается ли вам говорит такое, что вы сами не верите из-за упрямства наперекор другими и вы стрижены ображи. Я такой. Какие из внешней перечислены качества вы более всегда цените в людях? Ротомышленные эффекты он не показывает. Это не знаю пока что. Из ниже перечисленных качества более всегда цели в людях. Эффектность показывается. Расточивость выбираю. Имеете ли вы склонности в педантизм? Я не знаю, что такое, но не. Быстро ли забывать о неприятности, которые случились с вами? Не забываю. Я вообще таких не. Но... он просто поднимает, он просто хочет так. Любите ли анализировать свой путь ступки? Надо подумать. Это ли да? Любите ли анализировать? Я не знаю, что это такое. Ладно. Тут я не знаю. Что это такое? Не. Находясь вокруг. Лец, что вам известно? Старайтесь сохраняться то приятно эту кругу. Постарайтесь сами собой. Это лучше. Приступай к трудному заданию. Старайтесь. Не думать об ожидающей вас трудности. Характер у меня такой. Какой из перечисленных ежей определить по-вашему имея более всегда подходит вам? Мечтательный. Рубаха, парень. Не, усердно и трудно. Не. Пунктуальный, аккуратен. Философ. Уютный. Я такой.
при обсуждении того или иной вопрос, высказывая свою точку зрения, хотя быть может она отличается от мнения большинства. Считается, что в данной ситуации лучше промолчать, хотя бы иметь иную точку зрения. У меня так. О, дядя, а, круто. Какое чувство вызывает у вас ожидание, вызов руководителя? Раздражать. Тревога, позабоча, равнодушие. Если бы было полименьки ваш, а я знаю, что такое ваш, от меня нет, рвется видос допустить личного выпасть против вас, как вы отводите ему компенсацию. Если ваша работа забракована, это вызывает у вас досаду и гнев. Если ваша работа забракована, если вы попадаете в просак, какого не винить вы при первую очередь тебя самого, прочие объективные обстоятельства. Да, я такой. Почему я так? Не кажется ли вам, что окружающее будет то руководить или коллеги, или подчинение, недооценивая ваши способности и значения? Оскара, вот, это всегда поможет. Если ваши друзья или коллеги начинаются над вами потрунивать, то вы старайтесь раздражать потыкровать. Я скоро пройду. Если вы спешите вдруг не обычному месту, не находите свой портфель, зонти, перчатки и так далее, будете продолжать поиски, будете искать вокруг меня, буду продолжать. Не лучше расскажи, где пальцы. Такая картинка странная. Кто скорее всего выделяет вас из равновесия? Длинная очередь проблем. Толчее в общественной транспорте необходимости приходится в определение места, нет,
несколько раз по одному и тому же вопросу. Вот это то. Закончив пор, продолжать ли вести его мысль, приводив все новые и новые аргументы и если для выполненной срочной работы вам представится возможность выбрать тебя помощника, другой из возможных кандидатов выберите. Человек из исполнительного безнезначного человека знающего, но упрямца испорщика, человека подарного, но с лицом немца. Вот. Ой. Вы человек, вы слабо характер. Неуравновеши. И, пожалуй, беззаботно. Вы случайший с вами неприятно. Понятно, почему. Готовы ли угодно, кроме себя. И в работе на вас труд положить. Вот тест неправильный. Короче, это все был Скорпи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.